Да. Так, да, я прочитаю. Вау! Блин! Офигеть! Так, понятно. А, у меня эта карта. Ай. Ты так прям аж глаза ломаются. Ай. Всем привет! С вами Дондвори и Дима. Да, и сегодня мы проходим карту под названием Grim Map. Опять совет Влада. Да, крутая карта, ты чё, мне нравится такая карта, лянь, мне уже вначале нравится, не знаю, что будет дальше, но уже здесь есть косяк, смотри, как мы можем поменять ночь, как мы можем включить ночь, не ломай, не ломай, как ты дверь открыл, о, отлично, в общем, что здесь есть, кровати, давай переспим, поспим, точнее, на кровати. Да что? Давай, всё, спим, я не то сказал, так, тихо, всё, давай, давай, ложись, ты лёг? Лёг. Значит, ты лёг. Чё он не спится, слышишь? Где ты? Ты чё на мою кровать лёг? Я поспал. Нормально, ладно, берём кирку, здесь написано правила, советы. А ломать только изумрудный блок. А, окей, где тут изумрудный блок? Подожди, ты возьми себе кирку ломать. Далее, не ставить блоки, не читерить, используйте изумрудный блок для прохождения уровней. Таблички выкидывайте в воду. Удачи. Чё, ты где? Стой, подожди. Тут написано ломать изумрудный блок. Вот изумрудный блок, смотри, вот. Всё, теперь время установлено. Вон там изумрудный блок был. Давай я кирку поставлю сюда. Всё, побежали, побежали, побежали. Чё здесь? Ты чё сделал уже? В атаку. Ты прошёл? Тихо, 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 я тоже прохожу. Блин, ну ты не спеши, подожди, стой, где ты? Капец, ну темно. Time set day. О, отлично. Чё здесь? А, о, окей. Туда? Давай. Здесь кровати. Ну ладно. Подожди, здесь надо туда. Ты попал? О, да, я прям попал здесь кровать. Ну, короче, давай здесь. Опять ночь. А зачем? Здесь. Ну сейчас поспим, подожди. Подожди, потому что тут темно совсем, прям темно. А, отлично так. О, всё. Я здесь! Где? Подожди, у меня яркость. Какая яркость? Смотри, глянуть. Вообще тут. Следующее испытание на меткость. Давай, спим. Все, ложимся. Какая меткость? Подожди, там... Ну ты и ложись. Все, время установлено, сейчас день станет. Вот, я вижу, луна такая вверх идет. О, отлично, у меня 6 ножевых плит, я не знаю, для чего они. О, книжка. Так, что тут написано? А, не то. А, конец первого задания, поздравляю, следующее испытание на меткость. О, он сюда вниз. Так, падаем, падаем. Что здесь, что здесь? Где? О, ля, куры. Ты это самое, а вон... Ты лянь! Как? Шо? Здесь эти... Ой-ой-ой, что я сделал? Чё? Фу. Всё, тихо, это не я. Блин, пшеничка, офигеть. Что здесь? Да тут лук и стрелы. А почему у меня нет лука? Давайте, люди, мы включим креатив и возьмём лук тоже из креатива, чтобы было честно. Потому что это как-то необдуманно, что ли. Как-то так, да? Со мной согласен? Да-да-да. Так, всё, давай. Ты в ту стреляешь, я в ту стреляю. Так. Попал. Он попал, как сказал. Ты понял, что попал? Что? Как ты понял, что а попал? А там стрела остается. Она летит, нет. Ну я не знаю, короче. Я просто целюсь в кнопку, и когда попадаю... О, слышь, двери открываются. Я слышу, как двери открываются. Тихо. О, у меня все открыто. Я не знаю, как понять, что... Просто попал, в кнопку так. Попадаю, она там застрянет. Если рядом возле в тот блок попадаешь, то кнопка открывается. О, мышка. Я извиняюсь. Ты не мышка, тихо. Блин, что у тебя двери? Смотри, короче, как нужно проходить. Смотри, подходишь вот сюда и кидаешь эндер око. Вот, глаз точнее. Подходи к двери, кидай глаз. Вот прям в дверь кидай. Вот в дверь кидай прям. Ты что, читер, что ли? Через дверь, что не можешь пройти? Вот так. Вот. Вот, смотри. А-а-а! Вот, смотри. А, тут мне что-то лагануло, не кидай. Вот, видишь, это в дверь. Прям возле двери, наконец. Вот, смотри, вот сюда прям. Не в дверь. Где? Побежали. А ты где? Эй, назад вернись, подожди. Здесь кнопка. Короче, телепортируйся ко мне. Здесь, короче, выбор написано, книжка. И давай прочитаем. Стоп, давай я все это точно. Хорошо. Здесь написано, а теперь тебе нужно сделать свой выбор. Может тебе? Ну ладно. Синий. Давай я красный, ладно.
О, здесь книжка, задание. Подожди, задание написано. Okay. Поздравляю, ты сделал правильный выбор, теперь боулинг. Окей. Так, это я понял, вот так нужно. Блин, я не попал. Тьфу, еще раз. Вторая попытка. Не хочешь попадать, прикинь? У тебя попадает? Я как бы попал, но... О, попал, офигеть. Все, отлично. Понял, книжка, кинь, книжка дальше летит. Шерсть не очень далеко летит. А, я промазал книгой. Да, ну пытайся шерсть. Короче, нити еще-то стакаются. Типа, все так и было. Да? Ну, да, давай как-то попади. Здесь, короче, я уже попал на задание четвертое, я, в общем, тебя подожду, давай. Слушай, чувак, что ты... Короче, смотри, это... как нужно, смотри, как нужно. Он говорит, смотри, профессионал. Ты чё, совсем, что ли, да? Ты это самое... Фольстарф. Видал? Видал? Короче, телепортируйся ко мне. Не, чё за бред, почему? Все, ты попал. Смотри, здесь задание 4, и здесь написано, поставь свой цвет шерсти на нужный блок. И отлично. Так, какой у тебя? У меня красный. Вот сюда. Не, синий. Давай, может сейчас что-то откроется, поставь. Ага, хрен там. Это не такая карта, которую походить. Ну, короче, немножечко паркура, да? Так, вот. А вот, у тебя кирки есть? У меня? Нет. И плит нету, и кирк нет. Куда они делись? Так. Ну, вначале кирки были. И написано было... Может, сюда еще надо поставить? Не-н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 е. Ты чё? Вот, изумрудный блок. И здесь инструкция. Так, читаем. Найди наживную плиту и стань на нее. Где она? Ну как правильно, смотри, здесь изумрудные блоки, их нужно ломать. А кирки у нас забрали, автор вообще не продумал насчет этого. Давай возьмем себе кирки тогда, что ли? Мне выдай. Да, выдал тебе. Вот так, все, давай ломаем, подожди. О, отлично! Супер, супер. Так, вниз идем. Сейчас что-то должны найти, или какой-то сундук, или... А, наживная плита, точно, там же написано. Давай сюда идем. Вот сюда, давай, змейка, я буду змейка идти, так больше шанс. Ой, я тебя встретил, прикинь, прикольно. Так, я понял, буду ломать, короче, вот этот блок. Я нижний, нашел, который... я нашел. Что ты нашел? О, офигеть, о, а ну. Мы в самолете. О, меня телепортировало. Подожди, как ты узнал, что ты... А, да, реально, похоже на самолет. Сундуки, может это найти? Подожди, что здесь? Здесь задание 5. У тебя, кстати, русифицированная книжка была. Да, я прочитал. А, теперь ты, мы должны, кайти... Чего? Прочитай, я не могу понять. Кайти ключ и войти в кабинет, в кабину пилота. Прочитай. Блин, с ошибками написана эта карта, ля, книжка прыгает. Вот она. Где? Вон. Прочитал, да? Угу. Все, короче, пойдем искать ключ. Только где нам его нужно найти? По-моему, вот в этих вот штуках. Если я не ошибаюсь. Не написано ни вообще, ни подсказки. Написали там, найди ключ в сундуках, да? Там... Я нашел. Где? Ключ. Давай, открывай самолет. Точнее, кабину, там, не знаю, что там. О, кнопка, офигеть. Я успел. Давай, заходи. А мне ты пошло что-то. Да? Так, что здесь? Ого, здесь факелов сколько. Так, отлично. Здесь. О, факела тоже, отлично. И... Сейчас что-то взорвем самолет. Я нашел кнопку, нажми куда-то, чтобы улететь. Я нажал, ты где? Да я застрял в сундуке. Подожди, меня тоже телепортировало. Слушай, ты пойдешь ко мне, смотри меня. Я видел тебя. Че за фигня, первый раз такое вижу, все, я сломал его. А ты меня пропал, и слышишь, чувак, ты пропал. Ух, я не ожидал, что ты долетишь теперь на зеленую. Слушай, кнопка второй раз не работает. А мы вообще телепортировались в другое место, на другой самолет, если что так. Тут вот сундук... все, ты появился. Ты появился или я появился? О, книжка, задание 5, тихо. Это что там, ракета, смотри? Что-то не сильно похоже. Да, ты, подожди, нам нужно, по-моему, выбраться отсюда, если я не ошибаюсь. А что там, ты прочитал книжки что-нибудь? Там просто сундук появился и все. Там не было книжек? Нет. Одна была книжка, я ее прочитал. Теперь мы попали что на зеленую планету, нам нужно... А, во, выход, прикинь, да? Где? А не было, вот, глянь. И сюда. Где его? Да, вижу. Там трап, да.
Что это, уголь? Ракета, вау, ничего себе. Чё, круто, да? Бежишь? Глянь, что там впереди еще зеленая какая-то хрень. Где? Какая-то овальная, вон, глянь, овальная хрень. Блин, мне... Ладно. Вышка какая-то, охренеть. Ладно, все, давай попроходим. Так, подожди, подымаемся вверх. Сейчас полетим. Да. Вот. Тихо. Так, и тут. Генератор. Книжка здесь. Читай. Redstone. Так, генератор не работает. Попробуй провести красную пыль, чтобы он заработал. Ты видишь здесь красную пыль? А вот вниз спуск, смотри, подожди, так, оп. У меня красная пыль, да, есть, вот на тебе половинку. Вот так, на будешь где-то там проводить. Redstone. Во, короче, да, тут прям нам дорожку сделали, и отлично. Сюда. Вот, давай, веди оттуда. А Redstone проходит через? Да. И куда дальше? Куда дальше? Нифига себе здесь. А, еще репитеры нужно ставить. Че за фигня? Вот, смотри, здесь командный блок. Чиды. Так, редстоун. ТП. У меня закончился редстоун. Так, на мой редстоун, я не знаю, куда его поставить. Давай. Вот так, отсюда, смотри. Наверное, его надо вести. Че там? Ну вот, смотри, тут прям линии такие. Ты мне кинь редстоун, я потерял. А, вон, ты выкинул. Так, вон она. 25 штук. О, отлично, слушай. Прям подсчитали. Смотри, вот здесь, видишь, как бы по линиям тут все сделано. Нужно вести далее вот сюда, сюда, сюда. Главное, чтобы нам хватило, а то сейчас, как всегда, блин, не хватит. Так, так, где? Че за хрень? Да он там, он туда ставь. А, да все правильно. Там стояло. Я не понимаю, что здесь надо делать. Ну вот, провели, Не хватает, редстоуна не хватает, по-моему. Точно? Да. Видишь, да? Посмотри, там нигде больше нету, давай сейчас поищем. Сундук, наковальня, печки. А-а, нету. Чё за ерунда? Как теперь завести там или что-то сделать? Смотри, редстоун вот идет, давай посмотрим. Я понял, короче, как это нужно сделать, смотри. Нет, не так. Сейчас все будет, короче. Сейчас все будет окей. Тут где-то блок был, я его нечаянно сломал, короче, тогда. Вот тут. Вот так. Может, нужно поставить на него повторитель? Нет, не нужно. Может, тут его нужно поставить? Нет, не нужно. А там щит. Блин, вот это туда упал репитер. Да, сигнал включенный. Понял, где-то нужно. Так ты вот сюда репитер ставь, чтобы сигнал туда дальше шел. Вот сюда, давай, вот дальше, чтобы он пошел. Раз, смотри, да, вот он пошел. А здесь он почему-то не идет. Ладно, давай сломаем это. Ой, может, он не должен тут стоять, этот блок дурацкий. В смысле, да, это самое. Во, смотри, да? Супер. Вот, пошло. Так, заберем вот этот репитер. Мне кажется, это вот сюда надо провести так. Его. Куда? Вот сюда вот. Вот здесь вот. Сейчас гляну. Тут видишь, как бы блок стоит. Я или понял, вот короче. Здесь вот. Блин, не знаю. Не хватает. Это точно не так должно быть. Короче, давай сделаем вот так. Давай сломаем и заново построим. Давай. Вот, короче, смотри, давай вот так построим. Хотя эти блоки ломать нельзя. Ну, я не знаю, как тут дальше. По-другому. Репитер дай мне. На. Ой! Все, меня телепортировало. Офигеть, ну, здесь. Слышь, это самое, меня не ТБ. Сломай репитер и телепортнись тоже. Здесь, короче, книжка НП. Вау. Ты телепортировался, да? Я тебя не вижу. А, вот. Вот это неведомая планета, блин, на эту планету я. Короче, тут три ключа нужно найти. Блин, такая слышь, красота. Я вот нашел какой-то проход в фонтане, иди ко мне. Да, давай, пойдем. Тут ключ нужен. Да? Давай, полетели. Ну, короче, написано, что нужно найти три ключа, там планета неизведана. Все, давай, короче, разделимся, будем бегать по карте, искать ключики. Давай. Так, что тут? А сколько мы уже, собственно, записываем? Ты вот не знаешь там? Мы записываем 15 минут. О, отлично. Ну, я думаю, до 20 мы, может, закончим это. Пройдем, блин, какие-то деревья такие непонятные. Иди эти ключи дурацкие искать.
Вот он, да. Да, ты нашел? Вон сундук стоит. А, во, дырка, а нет. Дырки ничего нет. Я вообще ни одного сундука не вижу, ни фига. Я вот первый ключ нашел. Да, давай, а где? Я сразу сундук сломаю, чтобы он... А, давай, чтобы второй раз не попасться на него. Я понял, короче, надо вглубь зайти, прям в джунгли. Может, по деревьям надо полазить, где-то тут, видишь, на деревьях. А, вообще ничего нет на деревьях, по-моему. Реки нет, а, ты тоже залез, да? Слушай, может там, блин, открыть тем рычагом дверь там, а, где вот была? А, сундук. Где? А, в натуре, на верхушке. Дерево. Так, давай, сберем его. Подожди, как туда залезть? Ай! Изумруды ставить нельзя, блоки ставить тоже нельзя. Чё там? Тоже ключ? Да. Слушай, может, блин, нам нужно пойти открыть там двери? И там будет третий ключ или нет? Ну, прикинь, кому-то нефиг было делать такую круглую хрень делали, да? Да. Не, ну все-таки круто, мне понравилась эта карта. Таких бы побольше. Вот, чтобы что-то искать, там, открывать, находить. Мне кажется, последний ключ на фонтане находится. Да, наверху. Ну давай сходим, посмотрим. Вау, блядь, давай уже этих спрута, прикинь. Был один, теперь два. Ну сейчас сверху посмотрим, где чё, остальное. Так, слушай, сюда наверх нельзя забраться. Ты откуда знаешь? Ну и как это? Не, ну здесь, короче, что-то вверху есть, смотри, вот тут свет горит. Ну туда залезть нельзя. Ага, ну да. Я не вижу вообще ни одного сундука, да, больше. Нельзя. Давай попробуем просто зайти туда. Давай. Сейчас. А, там три двери, ровно три двери, прикинь, да? Так, ну, давай это, сразу поставим два. Давай. Ты поставь, я, короче, побежал, еще раз по кругу пробегу. Раз, посмотрю, может, где-то там в углу. Два. Блин, я упал. Ладно, мне кажется, где-то прям рядом должен быть. Да, и мы его не видим, вообще сундук-то прям стоит, смешно. А, во! Вот, нашел? Короче, ключ, да, он, короче, прям за деревом стоял, прям в конце самом. И мы его как-то не заметили. Давай, беги. Да-да-да, я иду. Вон. Давай, прыжок! Я здесь. Так, ты поставил уже там? Угу. Все, пошли. Да. Здесь плита, давай, я на плиту становлюсь, и меня телепортируют куда-то, непонятно куда. Спавпоинт. Все, поставил спавпоинт. Ого! Лё, там прыжок. А, ночь, давай, поспим тут. Чё там? Ты прочитал уже? Нет, я не читал. Давай, ляжу. Чё? Давай ложись, слушай. Ляж еще раз. Ну? Чё ты там смеешься? Ну-ка встань, ты на какую? Ничего обычного не видишь? Подожди, я ложусь на одну и перекладываюсь на вторую? Не, у меня посмотришь. Ладно. Здесь, короче, допёр что-то написано. Допёр? А ты, вы знаешь, что это? Это последнее задание, всё реально. Что-то последнее сделать? Задание? Да. Так, да, я прочитаю. Вау! Блин, это так круто, я об этом мечтал так давно, чтобы кто-то это сделал. Офигеть! Офигеть! Так, понятно, всё. Круто! Тебе нравится? Скажи. Вот где эта карта? Ах, это уже. Еще если бы цвета разные были, офигеть вообще было. Ты так прям аж глаза ломаются. Ай! Давай вместе упадем, слушай, подожди меня. Смысл вместе падать? Давай, вот так. Раз, два. Давай, три. Падай. Падаю. Падаю! Ай, за край зацепился. Не-не-не, больше так не будем, путаюсь. Тихо-тихо-тихо, я понял, здесь надо в уголку. Ай-оу-оу-оу! Тихо. Так, лечу, принято. Да, есть, упал. Так, что здесь написано? Дай книжку. На, там ничего важного нету. А, вот, оцени карту. Подожди, инструкция. Мне понравилась эта карта, не знаю, я на троечку. Не понравилась? Понравилась эта карта. А. Ага. Ну, мне тоже очень понравилось, если было... Мне игровой режим изменили. Да, только, мне тоже. Я думаю, если мы нажмем один, эта карта взорвется. А, на игровой. А, ну, они все на игровой меняются. Фу.
Ну давай, короче, взорвем тогда что ли эту карту как-то, вот, вот, чтобы... Чтобы весело было. Мне лично понравилась эта карта, я хочу ее взорвать. Слушай, я люблю взрывать карты. Давай. Ты там внизу, сверху подрывай. Давай, давай, взрываем, взрываем, взрываем. Ты где там? Ты взлетел? Я лечу. Не, реально, люди, делайте таких карт побольше. Присылайте мне в личку, в группу карты, мы обязательно их будем все смотреть. Если они суперски, мы их пройдем. Мы все карты качаем, проходим, смотрим. Да. Да, вторая, вторая, давай, давай, взорвем, взорвем. Давай, спасибо тому. Долго сильно. Что? Долго сильно. Да, ну ладно, все, давай, короче, поджигаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, поджигай тоже. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. О! Пес прямо опустился, вот это мы взорвали. Вот это взорвали. Ну, ну, собственно, все, я думаю, на этом все. Если вам понравилась данная карта, то поставьте ей лайк, присылайте свои такие же карты. Они супер вообще пупер интересные, делайте их для нас. Да, просто ищите. С вами были Дима и Влад, всем удачи, всем пока, давай. Да. Давай, пока. Пока.